Пигги! Пигги, ты чего молчишь? Пигги, что такое? Ничего такое. Сделал какие-то стаканы, они меня чуть на север не отправили. Ну не отправили же, все обошлось. Да, а если бы, как и не пришел, ты где вообще ходил? Я хотел вам пирог испечь, самый вкусный новогодний пирог. Какой еще пирог? Я, собственно говоря, за этим и пришел. Ты не хочешь мне помочь? О, да-да-да. Хочу, хочу, конечно хочу. И я хочу. О, Степка, а ты что там делал за кроватью? Что-что, от барабанов твоих прятался. Сделает вечно фигню какую-то. Да ладно вам, все же обошлось. Обошлось, обошлось. Вот тебя когда-нибудь связывали, в ящик совали? Нет. Меня уже не первый раз так пакуют. Ты что, не можешь сделать там кого-то добренького, например? Ну хорошо, сделаю под Новый год вам доброго снеговика. Подходит? Подходит, подходит. Ладно, пошли печь новогоднюю шарлотку. Сначала расскажу, как приготовить тесто. Ой, да чего там сложного? Тяп-ляп и готово. Пигги, если бы было все так просто, мы бы не выбрасывали твои кулинарные творения в мусор. Да только раз такое было. Точно? Ну, может два. А если еще подумать? Ну ладно, постоянно. Так что сиди и не квакай, а лучше записывай. Для теста мы возьмем сахар, муку, яйца, корицу, ванильный сахар и разрыхлитель. Яйца выбиваем в чашу для миксера. Добавляем ванильный сахар и начинаем перемешивать. Потихоньку досыпаем остальной сахар и увеличиваем скорость. И взбиваем, пока не получится кремоподобная масса. Это что еще за гогель-могель? А пахнет-то как вкусно! Да-да, Степка, это все из-за ванилина. Теперь подготовим муку. Высыпем в нее разрыхлитель и перемешаем. Разрыхлитель? Это что, я потом рохля буду? Не говори чушь, это для того, чтобы пирог стал легким и пушистым. О, я тоже стану легкой! Просеем муку в чашу. Сперва перемешаем лопаткой. И сменим насадку. Отлично, теперь замесим тесто. Добавим немного корицы. Теперь подготовим мандарины. Для начала их очистим. Ловко у тебя получилось. Это все года тренировок. Разрежем мандарины на две половинки. Только смотрите как. Берем противень. Застилаем его пергаментной бумагой и смазываем маслом. А маслом-то зачем? Чтобы не прилипло. Теперь выкладываем мандарины. А сверху заливаем нашим тестом. И отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на полчаса. А пока мы ждем пирог, я сделаю для вас очень полезный чай из шиповника. О, бубки! Не бубки, а шиповник. Его можно собрать в лесу, высушить и приготовить полезнейший чай с витамином С. Лучше всего шиповник готовить в термосе. Но у нас же нету термоса! Нету, но это не проблема, если есть банка и фольга. И что, нужно фольгу в термос засунуть? В термосе горячее остается горячим, а холодное холодным. Это происходит за счет того, что отражающая поверхность возвращает тепло внутрь. Поэтому просто достаточно обернуть фольгой нашу банку. В
Вот что должно получиться. Подготовим шиповник, засыпаем его в пакет и бьем молотком. Нужно, чтобы плоды раскрылись, ведь в семенах все самое полезное. Растолоченный шиповник высыпаем в банку. Внутрь ставим ложку, чтобы банка не лопнула. И заливаем кипяток. Убираем ложку и закрываем банку крышкой. А вверху еще фольгу. Отставляем в сторону, пускай настоится. А теперь сделаем карамель для нашего пирога. 100 грамм сахара и немножко воды. Ждем, пока сахар растает. Сахар нужно растапливать, не помешивая. Добавляем пару штучек бадьяна. Это нужно для вкусного запаха. Вверх накрываем тарелкой и переворачиваем. Карамелью поливаем наш пирог. Отличный пирог получился. Давай уже разрезай, будем кушать. И еще полезного чайку. Ну, звери, угощайтесь. А вот ребята, которые заметили, что в прошлом видео не было никаких пасхалок. Все они получили от меня по лайку. А те, кто хочет попасть в следующий выпуск, пускай сосчитают пасхалки в этом видео. Тут-то они точно есть. Пигги, тебе не кажется, что без конкурсов жить не весело? Кажется, даже очень кажется. И я так думаю, поэтому у нас новый конкурс. Какой конкурс? Ребята, кто хочет новый телефон? Я хочу. Ну, Степа, если хочешь, тогда участвуй в конкурсе. А как участвовать? Во-первых, это нужно подписаться на наш канал. Во-вторых, следить за нами в социальных сетях или в мессенджерах. Все ссылки я оставлю в описании. В-третьих, показать это видео 5 друзьям. Все очень просто, как 1, 2, 3. Ребята, отдельно расскажу про мессенджеры. В них я буду спрашивать вашего совета, какое видео снимать, какой лучший анекдот подойдет для серии или какой конкурс устроить. Так что не забываем подписаться. Выбери следующее видео или нажми на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски. Выбери следующее видео или нажми на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски.